О боже мой, что происходит? У-у-у! Она голову свою отпустила или что это такое? Что происходит-то? Так, так, так. Всем привет, ребята, с вами Виктор, и это Cuphead. И я продолжаю. А мы с вами прошли... Что мы прошли-то? Я не знаю, что мы прошли. Я единственное, что понял, что мы прошли все вроде как я знаю. Может быть, тут секреты какие-то есть. Но мы дошли с вами вот до этой цветочной поляны. Здесь какой-то босс, я так понимаю. Потому что в прошлый раз я подошел, такой: цветочная ярость. Гвоздика Кэгни хочет надрать вам задницу. Ну, придется нам ей надрать. Но единственное, что, ребят, сразу скажу. Для меня этот босс новый. Я его не видел вообще нигде, никак. Я даже не представляю, что это такое. Во-вторых, я не читал никаких гайдов, никаких предложений, как поиграть, как лучше пройти и так далее. Поэтому я сейчас буду тупить сначала. Ну, как все проходят в первый раз, это намного интереснее, чем по гайдам, ребят. Честное слово скажу вам. Ну и третье. Если вы уже поставили лайк, то большое вам за это спасибо. Поехали! Так, у меня был перерыв довольно-таки приличный после прошлой серии, поэтому нужно сейчас вспоминать, как управлять вообще героем. Ну, надеюсь, быстренько вспомню. Мать моя женщина! Хорош, он пляшет! Так. Черт! Но в атаке на меня! Что это? Что это было? Что за жопа летающая сверху? Воу! Фига себе, пригнулся. Penetration! А что это за цветок? А, его тоже вальнуть надо. Что, до удивления, я пока нормально играю. Блин! Офигеть! Боже мой! Нифига себе, я с первой попытки его почти прошел! Да ладно! Слушай, у меня 5 карт собралось, если бы я сейчас 5 карт прожал бы, может быть, и выиграл бы. Блин, а он прикольный, но я ничего не понял. У меня просто слов нету. Я начал стрелять сразу, тут какая-то одина пошла. В общем, это цветок упоротый. Цветок, это твой родственник, иди познакомься. Его зовут, как его зовут? Морковный засранец, что он оранжевый, да? О, цветок пришел, смотрите. Хе-хе, где мой родственник? Это она. И я ее люблю. Ладно, нервы. Ну давай попробуем. Я больше уверен, что сейчас со второй попытки я уйду не так далеко, как с первой. У меня всегда первая попытка намного лучше, потому что я сосредоточеннее. Ну давай, пробуем. Блин, вот этот крик стартовый, это вообще жесть. Блин, он как будто рэп читает. Так, сейчас эти штуки будут расти. Ай, что по мне попал, я так и не понял. А эту жопу тоже нельзя трогать, оказывается. Ух, она еще и стреляет! Я понял, задницу лучше сбивать. Все, все, ребят. В принципе, тактика более-менее просматривается. Опа, зачем я это сделал? Ага, сами зонтики, они ничего. Тут самая гадость, это вот эти вот штуки летающие все. У-ху! Ах, она еще и понизу летит. А и поверху. Хорош, может быть, летает. Что это было вообще? Так, морковки. А, это поверху. В общем, тут надо разобраться как понизу, как поверху, ребят. Я понял. Good day for us. And begin. Так, он начинает всегда с этих зонтиков, да? О, мне повезло, халява. Он ту жопу надо как-то сбить. Ай, морковки сраные. Так, эта штука сейчас здесь. Ха-ха-ха!
А слушай, это от этого легко убегать. О, блин. В общем, если пригибаться, то нормально убегается. Что он делает? Что он делает? Блин! А, это третья фаза. Это переход в третью фазу. Я такой, что он делает? Что происходит? Ну все, теперь я готов на все, ребят. Уворачиваться буду как бог. Нет, так тоже не попадает все равно. На! Ай, морковки сраные. Так, снова зонтики пошли. Так, начинается движуха. А, ёлки, зачем ты спрыгнул-то? Да я! Опа-опа, корни. Тихо. Нет, я почти прошел, я уверен. А. Странно. Бывает. Ой-ой-ой. Так, пропеллер пошел. А, елки-палки, я ж забыл за боссом смотреть. Да, жесть. Ну эта штука, это самая дикая штука, которая только есть в игре. На! Детка! А, ой, елки. Присел. Блин, ну такой он легкий. Надо просто вот с этой штукой не тупить, которая наверху летает. Ёкарный бабай. На-на-на-на-на-на-на. Пулемет. Вот эти росточки вообще халява. Они что-то там вылетают, ходят, летают, падают. Да пофиг совершенно на них. Ну, это только я так могу попасть. Да ё-моё! Я не пойму, то ли это очень слабая штука. Все, хана. Не в ту сторону прыгнул. Мне кажется, эта ульта слишком слабая. Блин, он так рычит вначале все-таки. Я не знаю. Я столько раз уже это повторил. Он реально угарно рычит вначале. Давай. Ну, давай. Что ты можешь? Что, он там ручку крутит, оказывается, какой. Я только сейчас заметил. Я сколько, 20 минут с этим боссом сражаюсь, я только сейчас заметил, что он там делает. Блин, ну вот это, конечно, это жесть. Тычинка. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, чуть не попал, ты смотри. Пи-пи-пи-ри-пи. Хе-хе-хе, он так ржет, блин, классно. Так. О. В нокауте! Да, детка! У-ху! Я не понял, как я его прошел! Я случайно застрелял. Я уже просто не смотрел на босса, я пытался там лавировать между площадок. И я там был в 10 секунд... В 10 миллисекундах от смерти я его прошел! Еее! Какое счастье, а! Тири-тири-ту-ту! А у меня что, борода выросла?
А, это свитерок. Так, здесь вроде бы все, да? А помните, там, это как ее... Монетка сказала, что она попрятала кучу монеток где-то по карте. Я что-то не понял, как их найти. Так, это что такое? А здесь что за арка? Игральный дом. Войти. Может, история какая-то? Воу. А, можно стрелять? Нет, можно говорить. Какая песня! Он прям заговорил, когда я начал, когда его активировал. Ну разве не прелесть? Похоже, ты разобрался с должниками. Можешь отправляться на следующий остров. Больше мест для вымогательств. У-ху! Он просто крут. Второй чернильный остров. Я вроде на первом все прошел. Блин, музон супер. Постойте, парни, хвала небесам, я догнал вас. Кажется, я нашел выход из всей этой ситуации, в которую вы ввязались. Ничего себе, неужели? Ваша сила растет. Скоро вы будете готовы сразиться с королем жребием. Или, возможно, даже с самим дьяволом. Божечки, ты так думаешь? Да, но вы никогда и близко не подберетесь к дьяволу до тех пор, пока не получите контракты на души. Только тогда у вас будет возможность изменить ситуацию в свою пользу. Когда настанет время, сделайте все правильно. Спасибо тебе, дядя Чайник. Или деда Чайник, как его правильно называют. Ага, велкам. Касса, нет, ничего. Так, аттракционы, нет. Тут ничего нет. Что это такое? Ремоделит. О, здесь что-то есть. Так, а здесь еще какие-то ребята. Слушай, сколько здесь всего. Midway Mystery. Там закрыто. Какой-то чувак поющий. Это что такое? Так, сердечко какое-то непонятное. Ну-ка, скажи мне. Вы как раз вовремя, ребятки. Я как раз улучшил ваши самолеты. Теперь ты можешь задать трепку врагам с помощью бомб. Просто меняй оружие, когда захочешь. Попробуй. Ваш самолет теперь оснащен переключением. Окей, а с кем тут воевать? Так, а что дальше? Не, я сначала хочу посмотреть, что дальше есть еще. О, нифига себе здесь локация, здесь какое-то море. Какая-то рожа. Ну, я так понимаю, нам нужно здесь все прочистить. Ну, давай по мере, как говорится, появления слева направо или как? Давай хотя бы посмотрим, что это. Сахарный город, баронесса фон Бон-Бон. Боже мой, название-то у нее какое, фон Бон-Бон. Фига себе. Какой-то замок ломовой. А что это такое был-то, ёшкин кот? Я еще появиться не успел, какой-то клоун. А как его убить-то? Хрена себе. Ёлки-палки, я даже и четвертинки не прошел. Этот замок сожрал ее. А, Пакман. А, кстати, я забыл, что здесь есть вот такая штука еще. И вообще ей не пользуемся. Боже, сколько шариков. Это так угарно выглядит. Что это? Что это? Что это было? Какая-то дикая дичь. Но, о боже мой. Это патрон из Ганжена, ребят. Пипец, как его перепрыгивать-то? Че он летает, как я не знаю что? Так, в общем, я так понимаю, нужно сейчас изучить всех этих монстров и понять паттерн их поведения. Так, опять эта штука. Воу-воу-воу-воу-воу, что творит? Ага. Но она более-менее легкая. Ага, опять Пакман. Ага, смотри, Пакман, он следует за тобой, соответственно, ловишь момент, когда он далеко внизу, и валишь его. Все понятно. С Пакманом тоже все понятно. Так. Мне нравится, как он в конце умирает, такой пинь вверх. Во, вот этот клоун бешеный.
Блин. Вот с клоуном я пока не понимаю, что делать. Мне в него стрелять как-то надо или что? Я что-то вот... Пока не дошло до меня, ладно. Опять он. Ну давай посмотрим. Блин, а что он наискосок-то прыгает? Ага, он наискосок прыгает. А, он еще, смотри, у него плюхи какие-то, они тоже бьют. Все, я понял про клоуна. Он вполне себе. Вот этот вот, он, по-моему, восьмеркой летает. Сейчас он наверх, смотри, отсюда пойдет. Ну, в принципе, легко пока. С этим главное уворачиваться. Так. Ушел, господин. Так, чё это она? Ульти! Прям в зап... О, боже мой, что происходит? У-у-у! Она голову свою отпустила, или что это такое? Что происходит-то? Хрена себе! Я ее почти прошел! Блин! В принципе, монстр довольно-таки легкий. Поведение у них довольно легкое. Я просто... Не знаю, на синенького можно наступать? Давай проверим. А, уже не проверим. Так, хорошо. Следующий! Ой, ты что, это вафля какая-то? Такого еще не было. Сейчас... Ух ты! Фига себе! Воу-воу-воу-воу, вафля! Фига себе, вафля крутая! У меня опять жизни не осталось. Так. А че это он не восьмеркой-то пошел? Блин, он какой-то поломанный в этот раз был. Либо первый раз он по диагонали, ну, по горизонтали идет насквозь. Нет, смотри. Что-то я не понял. Ну а потом он начинает идти вот так вот восьмеркой. Либо у него шанс есть. У него, походу, есть шанс, что он это сделает. Уйдет на восьмерку. Все, я понял. В общем, у него есть шанс, что он уйдет на восьмерку. Да ёлы-палы. Так, давай проверим синенького. На синенького тоже нельзя. Все, окей. Надеюсь, это все причиндалы, которые можно было здесь увидеть. Так, этот готов, отлично. Ждем следующего. А, вафля! Не попал. А, уходим. Теперь она с той стороны это сделает. Ух ты, жесть какая. Ладно, вафлю вальнули. Что еще? Блин, замок, вы посмотрите на его глаза. Самая дикая штука, которая здесь есть. Это что такое? Типа подмога, да? Хорош. Отлично, сделали. Че за облачка их раньше не было? Вот это вообще угар. Че ты делаешь-то, ведь? Куда ты стреляешь? Это что такое? Мать моя женщина! Нет! Нет! Я буду жить! Нет! Я, наверное, почти прошел. О, блин, нет, там еще прилично было бежать. Ну, это ад. Это ад. Туда только с тремя сердцами доходить. Хотя, знаете, это все дело тренировки. Вот. Блин, вафля вообще так на... Так она натужно это делает. Тихо! Слишком напряглась, вафелька, успокойся. Эй, Морон! Так,
Сеньор Патрон. У-ху! Ну, в принципе, его легко и выйдет, так что. И он, если в одну сторону идет, то он в другую же не идет. Это изяч. Так, что ты мне еще покажешь? Давай. Блин, опять клоун. Опять облака. Слушай, раньше облаков вроде не было на клоуне. Или я просто слишком долго на клоуне не жил. Я просто облаков не доживал никогда, видимо. Ну, все, поехали. Блин, как он ворота это открывает свои. Ну как так нечестно-то, башка при... Слушай, а ульта хорошо забивает. Ульту надо сохранять на конец. Я вообще почти не бил, я ультой наполовину снес. Опять вафли. Блин. Мне нравится ее вот это. Еще быстро мы ее вальнули. Давай, давай, следующего. Издеваешься опять он. Ну давай, сдохни уже. Что вообще халява? А-ха-ха, бегающая штука. Как это еще назвать? Бегающая штука. Смотри, она всегда получается стрелять этими облачками своими. Давай, я готов к встрече с тобой. И опять башка меня ударила. Да пипец ты, сраная башка! Как я ее ненавижу! Это мой сон будет теперь страшный, это башка. Ну вообще халява! Мне кажется, даже полегче, чем эта морковка или что там, цветок этот непонятный. Все тут вообще под... Прям идеально все можно рассчитать. Вообще проблем никаких. Пакман, 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 Пакман. Уху! Да что ж ты синенький? Хорош, я увольнул. Вообще момент. Кто? Вафли! Летающие вафли! А может она на третьей фазе только так делает? Я имею в виду, стреляет от этой выхлопом там сверху. А, блин, не заметил. Ну, в смысле, заметил, конечно, но это... Воу-воу-воу-воу. Нет, прям, блин, я все время про игрик забываю. Слушай, а вот сейчас не ударило вообще. Я понял, нужно в голову ее рыгать. В голову рыгать надо, все. Я ж тогда все время в голову попадал. Вот эту маленькую головешку, которая летает. А, видимо, в нее и надо попадать, да? Она и является боссом. Не замок, а маленькая головешка. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Сейчас мы все сделаем. Потому что, смотри, вот сейчас головешка не вышла. И все. Пип-пип-пип-пип-пип. Кто? А, Пакман. Блин, как я его быстро разоблачаю. Давай, запускай свою голову. Ждем голову. Давай. Вот. Ай. Не понимаю. Правильно я додумался, неправильно. Но голову она к себе возвращает периодически.
Ай! Черт, что так долго-то? Да! У-ху! Отлично! Слушай, ну долго я там скакал, долго. Блин, босс всего лишь минута 34, но как долго ты его проходишь? Совершенно новый рекорд, ребята. Опа, открылось что-то. Баронесса Вон Бон Бон. Вы получили договор на души баронессы. Ну-ка, что тут у вас? Right closed. Интересно, это что такое? Ярмарочная лихорадка. А, это Ранэнган очередной, отлично. А ты кто? Тебе меня не поймать. Только если найдешь короткий путь. Что если сделали какие-то оборванцы на прошлой неделе? Что и сделали какие-то оборванцы на прошлой неделе? Это единственный способ победить меня на аттракционах. Слушай, может подскажешь, как тут можно срезать? Видимо, надо активировать вот этот мост. Скворечник какой-то гигантский. Здесь тоже явно мост будет. Боевой скворечник. Ну, в принципе, это очевидно. Так, ну давай Ранэнган сгоняем тогда. Сейчас посмотрим, что это хоть такое. Не факт, что сразу пройдем. Надо же монетки себе собирать. Беги и стреляй. О-о-о! Что это такое лежит? Оно спит. Я понял. У-ху! О, она лопается. Какая дичь. Слушай, может их не надо лопать вообще? Давай попробуем не лопать их, а? Тихо, тихо, тихо. Куда ты меня на шарик сейчас засунешь? Чё ты творишь? Сраные ноги. Нормально можно. Окей. Так, теперь какие-то клоуны. Так, монетка. Это что такое? Ага. Так, какие-то мишени пошли. Происходит. Я понял. Мне этих чертиков надо расстрелять, да? Слушай, страшный уровень, а? Они еще и лопаются, если их подстрелить. Или их всего какое-то ограниченное количество этих шаров? Да пипец, вот в конце надо было, конечно, огрести. Так, это теперь на красном шарике, я был на синем. Кто там спит? Так, вот это страшное место. Я уничтожил пушки. Опять шары. Да замучил ты уже, музыкант. Что
Что это там? О боже мой. Ого! Ни хрена себе. Автомат с утями. Так, буковка С. СН. Это что такое? Боже мой, отрыжка какая-то. Что это? А что-то рыгает и плюет. Что это там? О! А! Блин! Почти прошел наверняка, да? Ну, точняк. Опа! Надо же. Давай, иди сюда. Иди сюда, я говорю. Нет, только не по шарику. Да куда ты меня ловишь? Надо было, кстати, об него прыгнуть просто. Это же шарик этот. Розовый. А чё вот я к этому клоуну пристал? Вот он нормальный клоун же. Никому не мешает. Обошел и все. Да? Действительно. Чё? Так, середину. Давай, 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 есть. Ах, засранец. А, нет, только не шарик. Да откуда там шарик-то взялся? Не попал. Так. Ну это вообще изи аппарат, скажем честно. Да? Ничего сложного. Вот здесь вот самое интересное начинается. Во-первых, вот этих прыгающих надо сбивать, еще сопли эти летающие. Опа! Фига себе, Витя, беги! Что там такое харкается-то, а? Хоть увидеть это нечто. Что-то оно все чаще и чаще. Че, хот-дог, что ли? Блин! Я ее забил! Нет, это был финал уже! Да как так можно было слиться эпично? Ребята, жара! Не игра, а жара. Согласитесь. Мне, по крайней мере, жарко. Ухожу, 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 все. Так. А, я на него прыгнул. Хорошо, что я догадался. А. Ну это вообще вот просто вот везение чертово было. Как можно было вот так сделать? Я, ну я же не видел, я просто прыгал на платформу. Ух ты! Забыл, что шарик ускоряется. Он всегда в разные стороны стреляет. Фух, ну погнали. Блин, она то... Вот это что такое? Горчица? Не, погоди, это... Вот это горчица. Вот это что, зеленый? Горошек, что ли, какой-то? Я даже не знаю.
Это кетчуп. Это горчица. Что такое зеленое? Да елки-палки, нажарила меня зеленая. О! Прям над головой. Ну давай! Да! Я прошу! Ребята, меня это прохождение заняло больше времени, чем боссы! Нет, ну, в сумме боссы, конечно, больше времени заняли, но по отдельности вот это я дольше проходил, чем боссов. 5 монеток. Проблема не в монетках. Проблема вот в самом прохождении Ярак. Та-да! Я сделал тебе шорткат. Что ты мне скажешь теперь? Ты меня не... Тебе меня не поймать. Так, короткий путь. Так, я только что сделал короткий путь, разве нет? Странно она, я ей помочь хотел. Так, что здесь у нас? Деревья какие-то. Это я с другой стороны зашел, да? Что тут еще есть? Сердечки какие-то, лодочки. Идет строительство. Так, здесь еще ничего нет. Лавка. О, лавка. Свинья? Welcome. Так, я хочу взять кофе. Нет, погоди, это не то. Шкала суперметр продолжает заполняться в дополнение к вашим заслугам. Что я хочу взять? Точильный камень. Ваше первое парирующее движение дублируется, образуя атаку топором. Что-то дичь какая-то. Goodbye. Погоди, а я же купил и не надел. Я думаю, что у меня не так все, а? Супер умение. У меня ж чары есть, я и без чар все это время проходил. Автоматическое парирование. Шкала суперметра продолжает заполняться в дополнение к вашим заслугам. Вот я не понимаю, что это такое вообще. Давай сахар пока возьмем. Прикиньте, я все это время ходил без... без... Опа, маг какой-то. О, это еще один склеп. Там нужно будет прыгать, да, по чувачкам. А здесь что? Здесь какая-то секретка тоже, видимо, есть. Так, вы встречались? Так, ладно, давайте, знаешь, что сделаем? Давайте закончим. Потом пойдем пообщаемся с этим дяденькой. Блин, вообще прикольно. Я пробрался на какой-то мега большой остров. Здесь куча с кем можно повоевать. Надеюсь, вам нравится, как я это делаю. Ставьте лайки, если да. Ну и не забывайте делиться с друзьями. Всем спасибо, ребята, за внимание. Пока.